Добрый день. Ведем свой репортаж из мастерской «Ларус». Город Покровск, улица Торговая, 8. Продолжаю принимать заказы на новогодние портреты. Вот, и продолжаю выполнять заказы. Вот такой снежно-нежный портрет женщины на юбилей. В таком снежном образе. Выполнена работа на холсте, вот на подрамнике холст натянутый, оформлена в такую вот раму пластиковую красивую, даже вот с надписью красивой там, вот с такой надписью, вот. На улице сейчас погода не ахти, а здесь вот такая вот снежная королева. Вот такая прописка. Я думаю, что это будет замечательный подарок на юбилей. С вами была художница Лариса Изюмченко.